Не вот. Рубиться! Встречать! Проваливать, встречать! Просто встречать! Хорошо! Вот-вот-вот! Переводи, переводиками! Не один удар, ой. Не один! Два-три! Про колени не забывать! Ты на него должен идти, а не он на тебя! Двоечку и колено, или просто колено? Ой! Не принимай защиту, бить надо! Не-не-не, встречай, со смещением! Встреча, по пузу должен встречать! Не забывай про внутренний лоу-кик, надо навстречу. Видишь? Очень хочет ударить. Подвигайся. По сторонам. Сайдстепы те же. Смотри, когда наклоняется колено, можно в бороду дать. А вы что делаете уже? Вот к нему. Прожимаешь. Вот. Кирилл, начинай опять. Поджимай. Первый этаж лоу, там можно было работать уже. Лево и правое в животик. Вот это отличная работа. Вот, на него. Ой! Молодец, все хорошо задумал. Продолжай в таком же духе. Наглей. Да, наказывать надо на провалах. На провалах ловить его. Колено! Ой, еще! Работать в клинче. А теперь немножко поактивнее. Дернул, сейчас. Провалил, наказал. Жмешь. Вот. Отлично, Кирилл, повтори серию. Повторная серия, Кирилл. Молодец. Кирилл, повторная серия. Хорошо. Колено дать надо. Печень. Повторяй серию. Колено в печень. Отлично получается, когда... Ой, умница. Работай по этажам, только по-голландски завершай. Когда сам идешь, получается отлично. Ногой завершать серию. Видишь, промахиваться, не попадает. Стоит уже. Подвигаться. Влево-вправо и постреляй туда. Вот. Кирилл забыл про ноги. Вниз. Не двигается уже, не дышит. Поджимаешь. Лоу-киком завершать. Лоу-киком завершать. Ручка-ножка. Кирилл, должен быть. Кирилл, 30 секунд. Давай наказывать, Тёма! Концовочку! Но сделай концовочку! Лоу-бит! Корнёшка, лоу-бит! Лоу-бит! Оставьте!